Как не допустить огонь в квартиру? Чем опасны игры с пламенем? Какие они? Настоящие огнеборцы? На эти вопросы ответили участники традиционного конкурса «Что я знаю о пожарной безопасности». Владислав Глазков участвовал в конкурсе впервые и стал победителем сразу в двух номинациях – «Лучший агитационный ролик» и «Человек доброй воли». Я думаю, это правильный конкурс, потому что люди обязаны знать, как хранить природу и свою жизнь. Номинации конкурса позволили проявить свои творческие способности всем желающим. В рисунках, аппликациях и видеороликах ребята отразили тему предупреждения пожаров и шалости детей с огнем, профессиональной деятельности пожарных и спасателей. В этом году было представлено 195 работ таким номинациям, как художественное, изобразительное и техническое творчество. Это прикладное творчество, также лучший агитационный ролик и «Человек доброй воли». В этой номинации были представлены различные стихотворения и очерки собственного сочинения. Основная задача конкурса – пропаганда среди учащихся школ города и воспитанников дошкольных учреждений знаний в области пожарной безопасности, формирование у ребят умений и навыков поведения в случае возникновения различных ситуаций, а также повышение имиджа профессии пожарного и спасателя. Сейчас вот на таком уровне. В таком возрасте они запомнят, как правильно действовать, как правильно себя вести при пожаре, в быту, на улице. Они и дальше будут нести по жизни этот опыт, который они сейчас приобрели. Работа победителей представится РОВ на областном этапе Всероссийского конкурса пожарной безопасности. Екатерина Шмакова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров 24.